Мне нравится эта куча дерьма, которая встречает наших посетителей. Всем хай! С вами Юджин, и сегодня я рад приветствовать вас в своем личном зоопарке. Это уже будет мой второй зоопарк по счету. Первый вы помните, наверное. Вы очень, наверное, хотите посмотреть на мое редкое животное, птицеед. У нас здесь просто невероятные дивные животные в вольере. Механики! Посмотрите. Эти четыре механика пытаются коммуницировать друг с другом. Ну что ж, Фламинго поздоровался со своим новым другом. Я даже не помню, кого я заказывал. Это медведь пришел! Вот теперь Фламинго оживился, наконец-таки. Медведь решил сбежать. Одумайся, медведь. У нас, кажется, ЧП. У нас сбежал медведь. Ты что делаешь? Медведь оценил свои шансы и понял, что ну его нахрен, я обратно в вольер. В вольере многое изменилось с тех пор. Вот и слон, и антилопа гну, и носорог. Людям нравится. Вау! Так, подойдем поближе, надо как-то получше снять. Нет, я в вольере с хищным птицеедом. Очень успешный проект. В прошлый раз мы строили зоопарк в тундре, но сейчас я хочу подобрать что-нибудь поинтереснее. Что-нибудь более комфортное, а то этот холод. Долго не походишь. Давайте выберем пустыню. Какая пустыня самая-самая комфортабельная? Конечно же, в Северной Америке. В очень семейном, приятном месте под названием Долина Смерти. Такой уж я человек. Когда я поставил бизнес на ноги, и он уже приносит прибыль, я про тот зоопарк в тундре. Мне уже неинтересно им заниматься, и хочется просто пустить его на самотек и начать заново, с чистого листа. Вот такого чистого, прекрасного листа. Итак, давайте включать наш креативный разум. По сути, эта игра настоящая песочница. В прямом смысле. И здесь мы можем сделать вообще абсолютно все, что мы захотим. Каждая деталь. Мы можем с ней определенные манипуляции проводить. Мы можем ее перемещать. Мы можем вращать ее как хотим, во все стороны. А можем удалить. Первое впечатление, друзья, очень важно. Посетитель должен войти такой... Вот это не зря я пёр по пустыне пешком столько месяцев. О мой бог, это все действительно можно трогать. Обожаю такие игры. Что ж, это дает мне хорошую идею взять и удалить. Не смей, игра, слышишь? Не смей ставить под сомнение мои креативные способности. О, смотрите, у нас тут есть целый алфавит. Есть всякие различные. О, мы можем поставить эту рожу сюда. Или вот так. Пусть эта обезьяна смотрит на посетителей с таким недоверием. И более того, эта обезьяна будет смотреть на вас максимально осуждающе. Взглядом. Каждый раз, когда люди будут проходить в зоопарк мимо нее, они будут думать, что она такая. Что, в зоопарк идешь, да? Хочешь посмотреть на животных, да? Поддерживаешь рабство животных, да? Ну иди, иди, смотри. Но на самом деле людей там ждет небольшое разочарование. Ведь в этом зоопарке животные смотрят на людей. О, какие забавные существа, бегают что-то туда и сюда. Этот зоопарк того стоил. Слоновая гидра тоже пришла посмотреть на людей. Многие гости думают, что цены на билеты слишком низкие. Простите, пожалуйста. Давайте поднимем раз так в 15. А для детей вообще дохренища будет стоить. Ну, не знаю, $1000. А, $100 это максимум. Что-то сразу семейка с детьми развернулась. Эй, куда люди побежали? Что их смутило, я не понимаю. Прекрасно надежное бронированное стекло. Нечего бояться, видите? Тут люди даже среди животных ходят. Ой, уборщик, ты должен убирать, а не стоять под душем из дерьма. Каждый сотрудник должен получить свою порцию несквика. Что-то Мишка прилег. Мишка. Особь убита животным. Каким оно животным? Ксипили. Ксипили! Давай пообщаемся. Ты ксипили? Нет, это Хёмбаду. Еще одно животное убито ксипили. О, ты что тут делаешь? Он бежит за людьми. Нельзя в вольер к людям, слышишь? О, ни хрена себе прыжок. Он прям рокет-джамп замутил как будто бы. Все, ты, кажется, на свободе. Ну, беги. Тариадна. Но она тоже, кстати, умерла и убита на Чехуатль. Мы должны вычислить убийцу. Блин, животные делают, что хотят. Прыгают, смотрите. Эй, в человекопарке есть определенные правила. Пожалуйста, уважайте их, посетители. Оу, страус подскользнулся и упал. Акласумак. А, это и кличка лабы, Акласумак. И убито на животном ксипили. Но ксипили это не животное, это кличка, скорее всего, да? Ксипили, вот ты где, убийца. Стыд, стыд и позор. Ксипили, боюсь, я буду вынужден попросить тебя уйти из нашего человекопарка. У нас тут важный сигнал тревоги, который требует внимания. Сбежало опасное животное. Сейчас я сделаю повыше, чтобы никто не смог пройти. Мне нравится, как они перепрыгивают через этот вольер. Ладно, ладно, я знаю, что надо делать. Надо как-то исправлять всю эту ситуацию. Короче, мы сделаем гетто для животных. Они будут здесь сами выживать. Они сами разберутся. Только я вижу, что у нас тут пролом. Это нехорошо. А, слон! Что ты делаешь? Нет, перестань это делать. Какие опасные, блин, люди. Эти слоны. Кажется, мы разобрались. Мне нравится эта куча дерьма, которая встречает наших посетителей. Смотрите, они обсуждают ее. О, какая интересная куча. Смотрите, обезьяна такая. Только посмей уйти из моего зоопарка, сука. Че ты
Точно заметил, что как-то перестали с детьми сюда ходить. А, нет, вот, богатенькая семейка пришла. По сотке за каждого. 400 баксов сразу? А, нет. Ну его нахрен, слишком дорого. Я лучше потрачу деньги на билеты обратно, чем на это дерьмо. Он имел в виду это дерьмо. Ладно, давайте сделаем более демократические цены. $100 и для взрослых, нет. Ладно, хорошо. По десяточке и пятерочке за детей. Я очень хочу, чтобы было много людей. О, посмотрите, они пришли смотреть на животных. Как им здесь хорошо живется. Свои какие-то фишки, мутки. Че-то медведь депрессует немножко. Мишань, ты че? Ему не вкатил вольер. Ну, сделай что-нибудь, ты хозяин своей жизни. Так, он что-то решил предпринять. Довольно, сказал медведь. Или нет? А с другой стороны, а пошло это все в жопу. Слоны такие подходят. Братан, что с тобой? Ладно, я думаю, что медведю хочется немножко Арктики. Вот, получай, Арктика. Там даже твой сородич стоит. Кусок льда сюда, вот здесь. Третья, десятая. Сейчас мы тут. Ты можешь перестать это делать? Сикай! Ты знаешь, я все равно починю этот забор. Мишка, и для тебя есть место. Посмотри, какой красивый биом. Он как-то его стороной обходит. Мне кажется, он понимает, что что-то здесь не так. Почему тебе не нравится? Вот тебе заснеженного камня не хочешь? О, о, мы можем его поднимать таким образом. Есть ли предел? Куда? Как он превратился в коробку? Он ребутнулся. Мы сделаем красивый вольер. Чтоб все видели, как много снега. Ах, как ягуары резвятся вместе с антилопами. Мне кажется, я создал очень успешную экосистему, поскольку ни одно животное пока еще не погибло, и никто ни на кого не охотится. И Мишка радуется. Он лежит в своей арктической среде. Ладно, не хочешь идти к скале предков, она сама к тебе придет. Вот, вот. Ой, он исчез. А, я понял. Тут надо аккуратно быть. Я только сейчас это понял. О, боже мой, какое непотребство. Как много! А что я хотел сделать в самом начале? Кажется, хотел сделать красивый вход. Получилась только злобная обезьяна. Поскольку это пустыня, здесь чертовски жарко. О, видите? Они такие, фу, жарень. Больше можете ничего не говорить. Вот вам, охлаждайтесь. Мне не жалко. И среди этих волн бушующих на вас будут смотреть эти страшные глаза. Ты тварь, я убью тебя. Так, а теперь надо продолжать делать прикольный зоопарк для людей. В самом верху, еще вы. Выше, еще выше и еще выше. Поверьте, я сделаю нормальный вольер, обещаю. Но его надо заслужить. Для этого нужно будет всего лишь немножечко пройтись. Совсем чуть-чуть. И, конечно же, надо делать так, чтобы со входа было видно это место прекрасное. Сейчас пока у посетителя нет причин идти сюда, но она появится очень скоро. Надо только чуть-чуть нарастить землю. А, неужели? Это, кажется, предел. Но меня вполне устраивает. Я не очень-то люблю высоту. Вот, это будет идеальное место для вольера. И люди сюда просто табунами полезут. Посмотрите на них, какие они охлажденные, освеженные. Какая улыбка, какое предвкушение. Я знаю, вы очень долго шли по пустыне, но вам нужно пройти еще чуть-чуть. У нас аншлаг. 200 человек уже. Все идут за этим чудом. И наш блогер тоже приехал в этот зоопарк. Какой-то новый зоопарк открыли в долине смерти. О боже мой, что это там наверху? Об этом месте ходит легенда, согласитесь? И как здесь прекрасно бурлит водичка, я весь промок. Но это и не страшно, ведь я в пустыне. И нам повезло, что пока еще тень здесь. Но уверяю, это ненадолго. Ведь путь должен быть террорист. Смотрите, как они все обсуждают. Я слышала, там что-то невообразимое, никто еще никогда не видел. Мне кажется, там новый вид животного, дети, пошли скорее. Эй, не толпитесь, дайте пройти. Дайте пройти. У всех хорошее настроение, никто не хочет в туалет. Прекрасно. Мне кажется, там инопланетное существо. А мне кажется, мы что-то не идем. Вот, все, протиснулись наконец-таки. Шеренга продолжается. 600 человек в нашем зоопарке. И все мечтают увидеть это. Ничего, друзья, вам предстоит не совсем короткий, но не то чтобы слишком долгий путь. Тут самое важное, чтобы люди не лишались мотивации. Например, вот такая мотивация. Гоу! Нет, неправильно. Пусть им это лев кричит. Гоу! Гоу! Мне кажется, достаточно для мотивации. Тем временем люди идут. Лев их замотивировал. 800 человек мечтают увидеть это чудо. Это прям какой-то, знаете, человеческий роллер-костер. Кто первым увидит это чудо? Вот они идут. Не переживайте, сейчас я вас охлажу. Ах, как хорошо водичка орошает, да? Ох, как им нравится, смотрите. Ой, погодите. Вот первый посетитель. Давай, ты можешь. Это чей-то батя. Смотрите, он как будто бы сына своего ищет. Да где же этот малец? Я разочарован. Но я не должен разочаровать своего сына. Я должен идти дальше. Это еще не все. Теперь тебе придется пройти через множество
множество осуждающих взглядов. Я думаю, идти тут максимально комфортно. Куда ты пошел? Почему ты сдался? Ладно, будем надеяться, что они пойдут до конца. Давайте, ребят, вы можете. Молодцы. Опа, смотрите, он предводитель. Он за собой целую группу теперь повел. Не порть всем шоу. Под гнетом взглядов он, наверное, не смог идти дальше. Давайте, ребят, ваш путь уже почти окончен. Вы прошли большую часть, скажу я вам. О, смотрите, в наш зоопарк только прибывают люди. Еще 50 человек решили узреть это чудо. Какое? Увидят, когда дойдут. А, нет, люди идут назад. Так, лев, кричи что-нибудь другое теперь. Нет! Смотрите, как он кричит им вслед. Нет! Не уходите! Вы вынуждаете меня. Нет! 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 Надо что-то придумать. В парке 920 человек. И пока еще никто из них не дошел до конца. Я знаю, что им мешает. Людям нужен большой туалет. Летающий большой туалет. Это уж точно им поможет дальше пройти. Также они наверняка захотят купить сувениры. Вот вам много сувениров. Немножко еды. Почему вы закрылись? Продавец бродит бесцельно. В каком смысле ты бродишь бесцельно? У тебя есть цель. Продавать. А, объект обесточен. Да это не проблема. Вот такая вот у нас будет небольшая красивая смотровая площадочка. И здесь будет трансформатор стоять. Летающий трансформатор. Здесь будет огромная скульптура Додо стоять. Ну-ка, работать. Все, заняли свои места. Людям не нравится трансформатор. На людей влияние плохое оказывает этот трансформатор. Надо что-нибудь привлекательное возле этого объекта поставить. Ну, не знаю, больше статуи Додо. Смотрите, он становится гораздо привлекательней. Эти Додо будут стоять здесь и встречать рассвет. Смотрите, теперь это самый 100% привлекательный трансформатор. Всем насрать на сувениры, все просто хотят пожрать. О, это дает им возможность идти дальше. Но там тогда туалет придется открыть. Так, очередной пит-стоп сделаем вот тут. Во-первых, поставим, конечно же, очень-очень красивый трансформатор. Так, вот такие вот туалеты у нас будут здесь стоять. Киоски с напитками. Какие там киоски? Просто будут стоять автоматы. Больше автоматов. Красивые. Это очень сложная задача, заставить людей дойти до конца. Блин, мне кажется, людям достаточно жарко. 44 градуса. Да, в принципе, жарковато. Но сейчас мы это исправим. Чуть-чуть охладим местность. Вот. Смотрите, 34 градуса. Сейчас до 28, да. Где-то так вот. Все, отлично. Ах, как красиво стало. Но пустыня возьмет свое. Сейчас туман рассеется, и вы поймете, что ничего не изменилось. Люди идут. Надеюсь, им понравится следующий пит-стоп. Тут можно и попить, и поесть, и поесть, и попить. Нужно камеру наблюдения еще поставить, мне кажется. Пристальное наблюдение. Смотрите, люди идут. Давайте узнаем, в какой момент они решают сдаться. Вот, вот здесь. Вот эта точка. Совсем чуть-чуть не дошли, но почему? Потому что ноль образования. Ой, жажда, жажда. Они здесь начинают испытывать жажду. Поставим здесь сок. А сок не простой, а сок-песок. Иди, продавай сок-песок. Так, а теперь ребятам нужно красоты побольше. Чтобы трансформатор был красивый. В нашем зоопарке будут самые красивые трансформаторы. Теперь я понимаю, что надо здесь еще тоже напитки сделать. Вот еще вам сок и сосок. Итак, вот смотрите, человек с жаждой. О, смотрите, хорошо ему стало. Жажду удовлетворить. Давай, прыгай, прыгай, прыгай. Бодрый будь, улыбайся. Все ради клиентов. Надо украсить эту палатку как-то. Мне кажется, это идеально украшение. Царь слонов вас ждет. Мы чуть-чуть сбавили градус. Стало прохладнее и мокрее. Давайте посмотрим на мнение посетителей. Было бы неплохо, если бы они слегка расширили этот зоопарк. Мне кажется, достаточно широкий зоопарк. Задействован максимум территории. Так, люди собираются уходить. Но... не сегодня. У нас тут ремонт. Все, идите в другую сторону, молодцы. Все-таки мы можем заставить их идти. Так чем мы паримся? Оказывается, просто можно обрубить путь к отступлению. Нет, 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 можете не бастовать, не махать руками. Есть только один способ справиться с этим. Это идти дальше. Детишки, вот вас вообще не надо слушать. Вы, современные детишки, слишком много требуете. Вам дай волю, вы будете через отца просто сквозь проходить. В общем, я нашел способ заставить людей идти до конца. Сначала я что-то парился, делал всякие островки развлечений. Даже поставил красивый экран с информацией. Немного не в ту сторону. Но потом я подумал, какого фига я парюсь? И просто отрубил им путь к отступлению. И сделал выход с другой стороны. И теперь у моих уважаемых посетителей нет другого выбора, кроме как идти через эти осуждающие взгляды. Смотрите, и такие говорят. Ты мразь, ты мразь, ты мразь. Ну я так и назвал этот чертеж. Ты мразь. Вот они идут. Почти что пришли. Почти что пришли.
смогли. Эти люди, настоящие герои, они проделали весь этот путь. Они заслужили увидеть зверя. Сейчас их ждет потрясающее зрелище. И это животное, конечно же, птицеед. Причем люди даже не смотрят на него. Они просто хотят домой. Я так не думаю. Только смотритель смотрит за ним. Ну, это же правильно, это же смотрите. Что-то они все стали внезапно кричать. Им всем не хватает образования. Им нужен обучающий громкоговоритель, который рассказывает про животных, чтобы было интересно смотреть. Но наш громкоговоритель расскажет им про африканского слона. Посетители все будут смотреть на птицееда, а слушать про африканского слона. Слухопарк, где о животных тебе только рассказывают. Прыгайте, просто прыгайте. Ну-ка, а что если убрать почву из-под них? Им... Они выпилились из реальности. Это как-то печально. Погибли люди в моем зоопарке. И на этом мы с вами закончим играть в Planet Zoo. Я надеюсь, что вы кайфанули. Уж я-то точно кайфанул. Ну, не могли же вы ожидать от меня, что я буду делать нормальный зоопарк, когда игра дает столько возможностей. Если вам понравилось это видео и вы хотите увидеть больше подобных видосов, то ставьте кучу лайков, пишите об этом в комментарии. Также не забывайте подписываться на канал, нажав на кнопочку подписаться и нажать колокольчик, чтобы не пропускать уведомления. Также не забывайте про все мои соцсети, ссылки будут в описании под видео. С вами был Юджин, и всем пять!